Зимний микс — это Шотландия, премиум винтер называется данная позиция, мужская и женская одежда. Размер XL, жилетка хабешная с капюшоном, новая с этикеткой. Детская кофточка на девочку 11-12 лет, марка Zara. Мужской джемпер большого размера, Элька, тоже с этикеткой. Давайте-ка посмотрим состав. 100% акрил. Джинсы. Размер 32-32. Указано состояние отличное. Практически новое, без видимого износа. Что-то прилипло. Так, юбка марки Top Shop. Размер здесь указан 40-й, европейский, соответствует российскому 46-му размеру. Это, наверное, сумка назовем, да, или как эта штука называется. Замок работает. Состояние хорошее. Марка Next. Так, на 12 лет платьишко. Мужской кардиган. Размер L. Состояние хорошее. Рубашка мужская марки Takeshi Kurosawa, размер XL. Кстати, вот в каждом миксе есть такие рубашки марки Takeshi Kurosawa. H&M, размер L. Женский кардиган. Бирку срезали. Состояние хорошее. Везде бирки срезали, получается. Так, такая блузка, по-моему, тоже как-то была. Марка Гэри Вебер, размер указан 42-й, европейский, соответствует российскому 48-му размеру. Пальто большого размера. Какой-нибудь оверсайз, наверное, скорее всего. Что-то я размер не вижу, но был где-то состав, вот он. 98% шерсти и 2% полиамида. Да, это оверсайз. То, что сейчас модно, популярно. Новый шарфик с этикеткой. Мужские брюки марки Марк Спенсер. Размер большой. Классические брючки. Так, платье марки Джордж. Кстати, платьев очень много в этих миксах, как вы знаете, да, уже не первый наш видеообзор. Размер сейчас найду. 44 указан европейский, соответствует 50-му российскому размеру. В основном женская одежда. Мужских вещей не так много. H&M, размер маленький, S-ка. Новые леггинсы большого размера. Хотя нет, 40-й указан здесь. Европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Хотя, или просто модель, они широкие. Это модель такая. Не лосиная, не в аптеках. 34-32. Мужские джинсы большого размера. Коленки, видите, немножко потертые. Хотя вы, конечно, вряд ли видите. Это под определенным углом надо смотреть. Но чуть-чуть потерты коленки. Видимо, на коленях много стояли владельцы прежние. Так, на 4-5 лет. Водолазка небольшого размера. И женские брюки новые. Размер большой, примерно 54-й, скорее всего, российский, так, на глаз. Спортивная футболка, 48-й европейский указан, соответствует это 54-му российскому размеру. В составе здесь хлопок, и размер я сейчас посмотрю. XS. Детские варежки марки Reserve, от 6 до 9 месяцев, новые. Носочки тоже, кстати, детские, и детская шапка марки Reserve. Монстрик какой-то. Так, юбка маленького размера. Далее платье марки Атмосфера. Размер 40-42, то есть получается 46-48. H&M на 10-12 лет. Так, марка Атмосфера. Женская новая блузка. Размер 38 указан европейский, соответствует 44-му. Российскому размеру, по-моему, даже туника, да? Скорее туника, чем блузка. Джанина размер 46, соответствует это 52 российскому размеру. Марка New Look, 10 размер здесь указан, то есть примерно 44 российский получается. Так, и еще одно платье.
дырку не вижу. Размер М-ка примерно. А, это такой комбинезончик даже. Марка Папайя, размер указан 18. Примерно 50-52. Юбка маленького размера марки Атмосфера, размер 34-36, то есть получается 40-42. Мужская рубашка. Размер средний здесь указан М. Джеггинсы 36-го европейского размера. То есть небольшие. Прикольная жилетка. Женская. Размер L. Воротник чистый, без следов тоналки. Просто такие высокие воротники, они обычно всегда пачкаются тоналкой. Здесь исключение. Состояние очень хорошее. Новая мужская рубашка. Среднего размера M-ка. New look на 12-13 лет. Джемпер девчачий. И женские брюки. H&M на 8, 9, 10 лет примерно, 134-140 сантиметров указан рост. Боди SM размера. Размер не указан, one size, то есть без размера определенного. 100% шерсть в составе. Такие футболки тоже есть в каждом мешке. SM. Мужская фланелевая, нет, женская. Нет, все-таки мужская фланелевая рубашка. Теплая, размер маленький, S. Рубашка новая. Атмосфера, размер 42, европейский указан. Соответствует 48 российскому размеру. Это Джордж. 100% хлопок в составе. 50 европейский размер указан. То есть, соответствует это 56 российскому размеру. Этикеток много, кстати, в этих мешках. Марка Zara на 4-5 лет, но детских вещей немного. И вот тут есть одно маленькое пятнышко, и вот тут одно маленькое пятнышко есть. Вот они, раз, два. Марк Спенсер. Хотел размер посмотреть. 12, то есть получается примерно 46-й. Российский размер 94% вискозы. Традиционно у нас в этих миксах есть женские джемперы марки Tailey Whale. Размер маленький S-ка. Это шарф мужской. По-видимому. Детская юбка марки River Island на 9-10 лет. И детские штанишки новые. На 7 лет 122 см указан рост. L-ка. Так, марка Core, по-моему, это брюки женские. Состояние вещей отличное. Где-то у нас пятна были, я вам показал, на детские вещи, по-моему. Вот, кстати, новая юбка. В общем, в целом все отлично. То есть каких-то там катышков, пятен не было, вот то, что было, я вам показал. А New Look, размер 6 указан маленький, этикеток очень много. Мужская футболка большого размера, XL, хлопок в составе, марка Lacoste. Состояние, кстати, очень хорошее, без катышков, без видимого износа. Правда, размер не знаю какой. Это колготки. Да, это колготки. Причем тут несколько колготок, они, видимо, все новые. Ага, три пары колготок получается. Не очень плотная. Сколько здесь дэн? 50 примерно. 70. 50-70 дэн примерно. Марка Next. Размер указан 12. Этикетка когда-то была. То есть 46 размера блузочка. Российского 46 размера. Размер маленький S-ка. Еще один. А, нет, это пончо. Это пончо марки Tailey Whale. Размер XS. Такие пончо у нас тоже... В каждом миксе есть, они присутствуют, вы их уже видели. Мужская теплая, очень теплая толстовка. Размер 2XL. Атмосфера. 42 европейский размер указан. Новое платье, получается 48 российского размера. Здесь тоже 48, указан 14 размер. И
Леггинсы, по-моему, да, 12 размер. Опять-таки 46 получается. Размеры средние в основном. Хотя есть и большие, маленькие тоже попадаются. H&M 38 указан европейский, соответствует это 44 российскому размеру. Этикетка есть, а размер... А, размер M. Средний размер здесь указан. Так, что-то я сам запутался в этой штуке. А, вот так это все. Рукава здесь. New Look, размер 22, то есть большой. Ух ты, смотрите, какое пятно здесь. Вот оно, сейчас найду. Вот. Очень большое темное пятно, жирное. Как так положить, чтобы видно было? Вот. Да, видно хорошо. Вот это пятно. Стопроцентный полиэстер. Размер 48 европейский указан, соответствует 54 российскому размеру. Состояние хорошее. А блузка, по-моему, марки Корокор. С пайетками. River Island, размер 10, то есть получается 44. Российский размер небольшой. Детская платьишко марки Джордж. Еще одно платье. Dorothy Perkins. 40 европейский размер указан. А мужской теплый джемпер марки Джордж. Размер средний, М-ка. Состояние хорошее, без видимого износа, без катышков. 100% акрил указан в составе. Марка Джордж. Это был новый шарф. Так, джинсы в отличном состоянии. Слегка тянутся. Большая блузка. 44 указан европейский размер. Соответствует российскому 50. А вот, кстати, отсюда выпали, наверное, эти колготки. Да. Это четвертый, по-моему, да? Четвертая пара. Отсюда, скорее всего, выпали. На 2-3 года. Состояние очень хорошее. Так, еще одна юбка среднего размера. На 13-14 лет. Так, затяжка вот здесь. Затяжка вот здесь. И вот здесь затяжка. Есть затяжки. Блузка примерно среднего размера. На 12-13 лет штанишки марки Джордж. Футболка большого размера Элька от марка Пола. New Look. Платье маленького размера. Восьмой там указан размер. Скорее всего, S-ка. Так, здесь 38 европейский размер. И женский пиджак марки H&M. Напоминаю, что это у нас Шотландия. Премиум Винтер называется данная позиция, зимний микс. Хотя верхней одежды немного, вот это, по-моему, первая куртка, если не ошибаюсь. Атмосфера, размер указан 40-й европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Искусственный мех пришит, замок работает, кнопки все на месте, рукава, локти чистые. Так, штанишки 12-го размера, то есть примерно 46-го получается. Весит данный микс 35 килограмм, то есть небольшой вес. Dorothy Perkins, 40-й европейский указан, это соответствует 46-му российскому размеру. Next, размер 14 указан. Тут бирки, а, вот бирка. 97% покрыл, 3% спандекса, размер, к сожалению, не указан, но примерно ML. Спортивные штаны большого размера XL. Марка Next, размер 12 указан, то есть примерно 46 в отличном состоянии. И мужская футболка марки Джордж, размер XL. Большой размер. Это юбка теплая. Марки Topshop, размер указан 36 европейский. Кстати, вот такие взаимохуги, да, они попадались и в других миксах у нас, правда. Розовые, по-моему, были. Так, еще одна куртка женская марки New Look, размер указан 10, то есть размер маленький, состояние отличное.
Замок работает. Вот и все на месте. Пятен нет, рукава чистые. Платье женское. Такие платья тоже есть во всех миксах такого плана. Маленького размера юбка и джемпер новый. С этикеткой это Джордж. Размер указан 44 европейский. Соответствует российскому 50 размеру. Юбка марки Папайя 18 размера. Большой получается размер. Это Джордж. Правда, летние скорее джинсы, да, чем зимние. А перчатки, шарф, аксессуары тоже попадаются. 158-164 сантиметра указан рост. Свитшот. Вот, кстати, еще одни колготки. Они, видимо, рассыпались по всему мешку. Размер XL. Мужской джемпер большого размера. Так, это шапка. И мужское пальто. Размер указан L. Состояние хорошее. Шапка. Да, скоро заканчиваем. Уже осталось совсем чуть-чуть. 46 размер, 48 размер указан. 48 европейский, получается 54 российский, да, и 16 размер здесь тоже достаточно большой. И последняя вещь из этого мешка, это платье с пайетками. Марки Next, размер 10 указан, примерно 44 получается российский размер. И на этом все.